Хей, hey, йога, с вами Шмики, и мы продолжаем проходить игру по названием Borderlands The Pre-Sequel. В прошлой серии мы с вами закончили на вот в этом месте. Ладно, нужно машину заюзать. Пролагает. Отлично. Чтоб у нас воздух был. Погнали в это вот место. Нам нужно... Получен уровень безбашенности. Нам. Дырка во льду нужна. Полетели. Так, оружие. Сразу поменять оружие. Только не знаю на какое. Давайте дроб... Лазерная тоже пушка. Дробовик. Лед в той пещере особый. Состоит метан. Этан и еще много ан. Холодного время. Чувствую, будет жопа, да? Так, сразу нашему другу можно уже три оружки белых принести. А не нравится все это мне. Установите бур. Так, там еще какой-то, да, есть у нас проходик, я вижу. А ну-ка. Ходим туда. Ага, место с денежкой. И поставить бур. Воу-воу-воу-воу-воу. Бур работать хорошо. Взять образцы льда. Они хотят играть. Будет и игра со льдом. Бить ледяных шагуратов. Тихо. Я вас понял. А лучше брать тогда получше. С этим. А, так оно... Я что-то не понимаю. Готово. А, так он сразу по два выстрела делает. Отлично, один кусочек есть. Дать бур. На next место, да, переходим. Великолепно. Просто изи. Изи. Только мне хп теперь нужно. Игра со временем. Так, сколько у меня еще в лазере? Нормально. Бури. Да бурю. Так, ледяных этих я убил.
Оно долго бурит. Вот поэтому нужно иметь каждый вид оружия из себя. А врагов я вижу больше нету. Почему так долго бурит? Отлично. Да это хорошо. Посверли еще раз, и все. Привет, у тебя бухло теплеет. Будто задница когда-то. Доставь этот особый лед мне, и я дам тебе супер пушку. Нет. Сожалею, но нет. Валим отсюда. Море крови, это ненормально. Большой шугат, забрать бур. Нормально, сейчас мы его грохнем. Да? Куда полетел? Так, новый уровень опнулся. Готово. Так, бурик нужно еще забрать. Хорошо, ты справился. Ты нести Нина лед и бур. Скорее тут все очень плохо. Не забудь про мое бухло. Это буквально почти то же самое. Не, ну у нее морозильник, там же все органы и все такое. Да кому я, конечно, я верну этой. Че, прикидываете сейчас? Не, слушайте, вот эта пушка нормально. Вот эта пушка вот нормально. Так, сразу. Берем на next. Next. Это мне нужно возвращаться, да? Вон гор там. А мы что сделаем? Измельчитель. Берем нашу новую технику. Садимся и едем. Либо можно быстро отправиться в город, хотя я думаю, то, туда мы и так отправимся. Но немного попозже. Поэтому полетели. Так, еще немножко. Готово. Стой. Не-не, поехали еще. Хорошо, что это одноместный. По-хорошему не простить, это мы выполнили. Нужно было бомжару, да, убить. Мы его убили. Тогда давайте мы по-быстрому сбоку пробежим. И все. Туда, куда нам нужно, по фасту. Блин, пипец, у меня хп серьезно нету. Хотя у меня уже уровень. Какой? А чего не дают? Вот в первой части там у нас можно было прокачивать хп, помните, максимум хп и максимум брони, а здесь нельзя. Да. Говорят, ты ищешь запчасти для дробовика, ну как тебя разбить свою? Занимайтесь совсем. О, еще один.
трудно попасть. Сейчас мы через верх пойдем. Так, давайте сразу этот качаю уровень. Let's get deadly. Так, мне максимум, да? Скорость прицеливания 100%. Скорость полета пули 40. Размер магазина. Урон от стрельбы. Ну, я думаю, вот это нужно, потому что при критическом попадании на несколько секунд повышается. Да. Так как я буду в основном... Как вы узнаете, насколько мне еще осталось? Так, мне нужно туда. They told me you were a persistent one, even when your wrists are slapped. Well, I'll have a special surprise waiting for you. Бы сюрприз. Да что, хер поднимусь? Оно не... Ти-ти-ти-ти! Я же задохнусь, полетели. Блин, мне получается наверх придется идти туда. Это довольно долго будет. Пробегаем, перезаряжаемся, делаю на 90 градусов, убиваем. Еще. Один хрен вы меня убьете. А, да, все, вижу эффект. Раньше он побольше выглядел. Готово. Тихо перезаряжаемся. О, у меня воздуха уже нету. Дышим, выходим. Знаете, вас тут. Давайте его посмотрим. Не сказал бы, что так уж и быстро прицеливаться. Он начинает. И где? Найдите второй измельчитель. Я буду искать его. Наверху, что ли? Походу, да. Ладно, сейчас попробуем. Так, тихо. Да, это он. Классно, никаких следов петуха, наверное, он слился. Так, разбей эту штуковину на части и вытащи. Черт! Эй, малой. Тихо, тихо, тихо. А, тихо. Динамит. Ой, стоять, мне нужно восполниться. Так, сюда. Черт. Заново. А я думал, нужно бомжа убивать. Которого, помните, мы тогда убивали. Все,
А не, вот еще. Это детонатор. Круто, теперь отойди, установи детонатор, и все будет готово для взрыва. А, куда, куда, куда? Ага, вижу. Отлично, теперь подозорви заряд. А, теперь вернись туда обратно, да? Ладно, полезли обратно. Отлично, теперь возвращайся, начнем измельчение. Так. Измельчение. Это там уже, где было, хорошо. Что, может, к ней тогда пойдем? Найти Дэвида Пикколо. Нужно нам и корпорация дали. Может быть, у старейшего, так известного под именем Дэвида Пикколо, заключались его в лагерь. Я хочу воздуха подышать и побежим. Погнали. Пиггл, пигглс. Так, забираем деньги. Вы подышали. Давайте быстрым передвижением, чтоб я время просто не тратил. Уже у нас, по идее, да, есть воздушный клапан. Я могу подышать воздухом. Есть. Быстрый псих. Чего не скажешь. Так, теперь мы идем к телепорту. И телепортируемся туда, куда нам уже нужно. В город. Выполним сразу 3 квеста и потом идем к сюжетке. Водичка. Водичка, водичка. Чем больше разговаривать, тем рот становится суше. Не тратьте время, собирая деньги, здоровье и боеприпасы. Просто подойдите по ним, чтобы поднять. Пройтись нужно по ним. В принципе, недалеко. Давай скат, разместить, телепортироваться. Ой, не, стоять. А это у меня с каким оборудованием? Я хочу зенитный пойти. А, ясно. Довольно сложная механика. Так, М-ка. Да, тут недалеко телепорт. Но замечу, что он медленный именно по управлению. По передвижению тоже не очень такой быстрый. Давай, давай, давай. Поехали. Сейчас уже одно задание как раз выполним. И у нас остается 2 еще каких-то активных в этом помещении. В этой локации, так сказать. Не, подождите, это не локация, что-то получится регион. Конкордия. Находясь на лунной поверхности. О, телепортация. Телепортация, телепортация. Так, теперь найти нужно, где она там. Так, туда. А, держи. О, привет. Следуй за мной.
Шустрее двигайся. Он перезаряжается быстро очень. Бесси, стоит вон там, засунь в него дизаспешки материться. Класс, похоже, он завалился на другом, как увидел. В том, что он работает без ошибок. Эти штуковины могут изготовить настоящее сокровище, но для этого надо знать, что туда запихивать. Это как с рецептами. Закидывают три одинаковые оружия, получаешь на выходе оружие покруче. Шикарно, правда? Возьми оружие вот там, на столе, и вперед. Так, измельчитель, вы получили доступ к измельчителю. Используйте его, чтобы создавать новые предметы из ненужных вещей. Попробуйте дробовик разных сочетаний предметов. Так, результаты будут разными. Возможно, вам удастся создать нечто ценное. Дробитель лунные камни вместо с предметами. Чтобы повысить шанс получения редких предметов, может дать так, заветное оружие с лунным светом. Дробитель. Так, лунные камни вместе с предметами. Так, пихай его в измельчитель. Бац. 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 Готово. Дробить. Ты только посмотри, что получилось. Отличный результат, теперь врагам не издобровать. Класс, с этим штуковином много чего не можно сварганить, только вот инструменты не подходишь. Тогда где-то слишком, что самые лучшие результаты можно получить, добавляя ко всему лунные камни. О, у нее сразу два этих. Вот. Отлично. Изделие 2. Игры с лазером. Убить такер модифицирован лазером. Не, девчонка, извини, я уже не хочу тратить время на твои такие просьбы. Она меня просит снова, короче, поубивать. Модифицированным лазером. Так, стоять. О, 300 уровень же. Так, урон ближнем бою. Урон, задержка заряда, емкость щита. Точность. Хотя точность мне и так нормально. Емкость щита, задержка заряда. Так, жетон, скорость зарядки щита, задержка заряда, точность, урон в ближнем бою, урон от гранат. Так, скорость. Скорость. Всё. Так, здесь мы с вами. Искусство. Дырка во льду. Либо медсестре, либо железяки. Ну, конечно, я медсестре дам. Она помогает людям, как бы. То есть, молодец, Нина счастлива, ты справишься и своей работой. Нина шутит, никто не сделает за Нина работу. Нет. Если же Нина попросила вас принести особый лед, так, дать медсестре. О, классно. Новое орудие, да? Ледяное. Вот измельчителя, кажется, в той части не было. Оружие. Вот эти, блин, херово на самом деле миссии. Ладно, погнали по сюжету. А, стоять, пока я не ушел. Сколько у меня лунных? 16, отлично. Что это значит? Мы бежим на черный рынок. Вот что это значит. Мы бежим на черный рынок. О, как раз впритык. Золотая стоит 20. Забираем на золотую. Найти Дэвида Пиклса.
Так, равнины, полетели. Это последняя серия, которую я за сегодняшний день снимаю. Я снял уже 4. Это четвертая. Потом рендер. И снова запись. Ну, пока что игра мне... Ну как? Я на самом деле думал, что я буду постоянно нуждаться в кислороде. Но оказывается нет. И я могу, в принципе, нормально играть. Из врагов тоже выпадает довольно часто кислород. Так, только вот что мне нужно сделать, это попродавать. Далее продать. Пускай будет. Продать, продать, продать. Вот это вот не знаю. В принципе, дробовик. Модификаторы гранат. Так, пистолет скорость. Пистолет перезарядка. Скорость. Максимум урона слэма. Так, хорошо, модификатор используем. Это модификатор на что? Облик. Это уже потом. Так, вызывай машинку. Так, скат. Да, с ракетами разместить, телепортироваться, поехали. Он очень медленный. Я просто смотрю на как он. В смысле, тебя уже никто не бьет. Бля, сейчас еще эти будут атаковать. А, это хотя бы мазы. Теперь ты на скате точно сможешь без проблем перебраться на другую сторону. Класс! Я предупредила Пиксела, так что просто отправляйся куда? Каньон пустошить. Так, по сути, я могу вызвать здесь машину. Патроны стоять. Мне теперь на снайперку патроны нужны. Так, нет. Телепортировать, создать. Эту машинку я никогда не брошу. Пустошь. Да, типа из-за льда мы идем в какие-то песчаные локации. Так, атаки корпорации Даль и стремительный что там. Так, вы можете... Вы когда-нибудь видели радужную волну? Выберите навык железяки радужный охладитель, чтобы увидеть ее. Фантастическое зрелище. Штурмовые винтовки Владда стреляют быстрее, когда вы удерживаете спусковой крючок. Тра-та-та-та-та-та. Искатель хранилища, говорит полковник Зардес. Командир забытого легиона. Скоро Элис превратит в облике и погибнет так. Время взрыва, как ее жители Луны и большая часть жителей Пандоры. Я видела тебя в бою и ценю твое мастерство. Знаю, согласен улететь сейчас, я приглашу тебе вездолет. Мы будем тебя преследовать. Обдумай наше предложение. Отличное предложение, почему вы отказались? За кого ты нас принимаешь? За сказочных злодеев? Джек нанял нас убить плохих парней, получить деньги и помолчать людям, как и вас. Еще раз правишь вас с нами, и я убью тебя на месте. Ничего. Хотите попробовать в новую модель в бункерской? Не сейчас, Тина. Ой, да, время серьезных разговоров, простите. Так. Так, теперь... Там не идти. Я могу туда пойти. Там где-то можно, походу, пролететь, но мне... Так, там очень хороший сундук. Но для этого мне нужно что? Правильно. Хотя я могу туда пешочком пойти. Город или что это? Это вражеское место. Нет, включить, стоять. Создать. Кат. Разместить, телепортироваться.
Так. Готово. Так, источник подрубили. До свидания. Я вас понял, до свидания. Это тварь, это тварь. Так, ну нафиг. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Он жесткий. Он очень жесткий. Херня в том, что я теперь не знаю, куда мне идти. Мне нужно в обратную теперь вернуться, ну как? Так, я попал вообще в очень в опасное сейчас положение. Походу, да? Походу, да. До свидос. До свидания, до свидания. Сейчас мы сядем в эту машину и туда и отправимся обратно. Если нет, я сдохну. Ну, так уж и быть. Не, нормально, нормально. Конечно, назад уже в самый не вернуться. Ну, замечу, он подпрыгивать, это автомобиль может. Поэтому не все потеряно. Насекомые. А куда ты делся? Они просто подо мной вылазят. Надоели. Так, я скоро апнуться должен. А, так она нормально заезжает на поверхности, я вижу. Так, ладно. Где моя машина? Тут довольно... Довольно легко заблудиться. Вот что здесь можно. Довольно легко. И понять, куда ехать, очень тяжело. Ну-ка. И... Ладно, поехали в другое место. Так, мне туда не нужно. Походу здесь проход.
новые локации, такие сложные. Зачем делать такие сложные локации? Так, все, я нашел точку. До свидания. О, стоять. То, что нужно. Блин, это вот это все начинается жопа. Это начинается, ого, какая жопа. Если меня сейчас будут прессовать. Меня будут прессовать. Ой, бля, стой, 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 дай я перезаряжусь. Чего вас так много? Вы думаете, мне на вас всех патронов хватит? Вы глубоко ошибаетесь, ребята. Так, кислородный где? Паку мой. Ну, толчки. Поехали. Я выйду и убью тебя. А могу я заставить его оттуда выйти? Нет, походу не могу. Скорее всего, это тоже какая-то пасхалка, либо просто прикол. О! Баскетбол можно поиграть? Ничего себе. Прикольненько, прикольненько. Пока я просто внутрь залетаю, потому что я не знаю куда. Да, здесь звуки вообще другие. Холодильнички. У меня же патрон нету. Плохо, плохо, плохо. Так, так. Они нас снайперку дали немного. Ой, тихо, 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 тихо. Подожди, подожди, подожди. Блин, а вот блин, а вот блин, а вот блин, а. Кто ты меня кидаешь? Или ты? Отвали, мелкота.
Мне эту аппаратуру нужно уничтожить. Пизда, Тоби. Просто пизда, Тоби. А, еще один. Не-не, второй я не выдержу. Да ладно, вы издеваетесь. Не-не-не-не-не-не. Сука. И я сейчас хер знает где я начну, да? Угу. Сколько бабла. А, не хоть не так много. Но все равно сейчас возвращаться, аж туда. Осколочек зато нашел. Вернул себе хотя бы что-то. Мне нужно пробежаться, просто забрать задание. Все. Я не собираюсь здесь с кем-то драться или типа того. Это будет эпично. Эпично. Данк Утсон. Так, что у меня против вас? И чё ты улетел? Манай. Куда летел? Всё. Всё. Бум шакалака. А сейчас прямая трансляция с площадки. Время играть, я собираюсь использовать самый ферзи слэм данк из истории баскетбольна. Для этого я знаю, где это взять кольцо. Кто по мне палит? А, найти мяч. Уху, стоять. Мы найдем тебе мячик. Сейчас мы тебе найдем мячик. Довольно быстро даже. Лунатики херовые, ну вас нафиг. Вернуть мяч. Я не хочу тратить время на этих. Без мало урона, если вблизи атаковать. Как будто вообще урона не наношу им. Так, перезаряжаемся. Сейчас
баскетболист, где ты? А, держи. Прошло время Слэма и Джема. Да, готов к броску. Посмотрим, сможешь ли он... Ребята, вы нам... Давай, сделаем это. Баскетбол! Да, Консул прыгнул настолько высоко, что преодолел силу притяжения. Эллипсина, воистину, это великий момент. Как вы надоели. Ты веришь в меня? Вы очень сильно бесите. Так, задание выполнено. Тихо, вниз. Так. Только больше нет, и теперь нам нужен новый спортсмен, который покорит площадку. Так, счастливое число 41. Отлично, мяч, кстати, не понадобится. Просто прыгни как можно выше и со всей дури ближься так, слэмом в кольцо. Это будет самый эпический слэм-данк в истории баскетбола. А если ты в процессе окутаешь себя пламенем, это будет еще эпичнее. На площадке должен быть только один игрок. Так, слава нельзя делать со всей командой. Так, ты мне предлагаешь, чтобы я типа взорвал. Мысли. Блин. А как мне нужно было в кольцо? Не, я могу взорвать последний, но я сдохну. И это будет правдой. Где я могу сохраниться тогда? Стоять. Все, сохранился, отлично. Так, ну у меня есть, если что, будет еще две попытки. Давай, я должен подохнуть. Давайте выиграем. В баскетболе. О, черт. Все, я восстаю, потому что мне нужно это сделать. Как я не понял, как мне бросить мяч? Так, две бочки, да? Только две, да. Так, мазать слэмом по кольцу. А как? А как мне нужно было?
Я не понимаю, не понимаю. Я же великий баскетболист, вы о чем? Я просто хочу понять, как мне. Я кольцо просто прилетаю. Я хочу просто, чтобы было с огнем. Во-первых, мне нужно понять это. Ну вот, ну блин, оно не то. Это не то. Так, журнал. После не самого удачного выступления супербаскетболиста жителя Элписа нужно новый чемпион, так, слэм данка. Так, обрушитесь на кольцо со своей безбашенной силой. Получите призовые очки, если будете сделать это с огнем. В буквальном смысле. Потихо. А как тогда, и блять, я не понимаю. Так, урон летающим целям. Скорость, стрельнуть. Оружие, точность, не хочу. Короче, иди в сраку, я выполню обычным, значит. Столько нужно попыток. И главное то, что она сбрасывается. Об этом моменте буду говорить на пороте тысячелетий. И сюда история после своих интервью. Искатель, это было баскетболично. И чем это все когда-либо видел? Это же психологическая игра, понимаете? Нужно настолько соответствовать образу, прихватить противника, бить и двигаться к цели. Это настоящее искусство, честное слово. Мудрые слова от самого баскетболистного игрока, который когда-либо видел. Выходи на площадку, соберешь силами, подходи ко мне. О. Конечно, базуку. Так, ну я хером разорвал кольцо. Блин, ладно, пошлите, сохранимся и закончим тогда на этом. В следующей серии продолжим, найдем этого мистера, да? Мне нужно будет пробежаться. В принципе, блин, нужно было оттуда и начинать. Я, ладно, разберемся мы с этим всем. Тогда давайте я вот что сделаю. Прокачать способность. О, следующее, прокачаю себе пульку. Жетон. Урон гранат, урон в ближнем бою. Точность, шанс стихийного урона. Максимум здоровья. Урон гранат, задержка заряда, скорострельность, скорость перезарядки щита, урон в ближнем бою, скорострельность. Все. Сохраняемся, и можно это заканчивать. Поэтому, ребята, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч. Всем пока.